всех наших, да, уточнений, разъяснений. Все будет так. Итак, мы оказываемся внутри мобильного приложения, и более подробно я покажу на экране. Значит, регистрироваться все достаточно просто через Google. Стандартный вариант и через социальные сети, конечно. Так. Да. У нас есть аккаунт ВКонтакте. Мы туда попадаем. Итак, мы видим нижнее меню 5 разделов. Новости, карта, коллекция, игры и профи. В разделе новости есть несколько выставки, дети, мероприятия. Например, можно узнать, какие самые интересные события в ближайшие выходные. Это бал в Ромовском дворце в разделе «Дети». Зачем мы это сделали, вот эти два раздела «Новости» и «Коллекция»? Изначально мы придумывали наше приложение как чисто игровой развлекательный проект. Но потом мы поняли, что, наверное, вы, ребята, если вы остались дома или просто у вас много свободного времени, вы берете мобильный телефон, наверное, не будет ваш первый шаг, что вы открываете музейное приложение. Поэтому мы подумали, что родителям тоже нужно создать какие-то такие полезные функции, чтобы родители могли подтолкнуть к вас к знакомству с нашим приложением. И так можно узнать новости, можно купить билеты на ближайшие события. Дальше. Да, есть. Здесь возможность приобретения билета, она тоже актуальна. Конечно. Родители самостоятельно воспользуются пушкинской картой купить непосредственно здесь мобильное приложение билет, потому что он связан с системой. Ну, и из приложения попадаем сразу же на сайт,